Перевод Another Name озвучил Кадзи. Приятного просмотра. Сегодня мы практикуемся. Практикуемся со всеми танцорами, чтобы подготовиться к Кингдому, да? Ребята, это начало. Не могу в это поверить. Пожалуйста, ждите. Давайте сначала выстроимся в линию. Начинаем изнутри. Да, мы можем сделать так. Просто делаем так. Потом удар. Просто поверните голову, а затем меню. Меню, меню. Представьте, будто вы листаете меню. Эта последняя часть важна. Если возможно, удар сбоку будет лучше всего. Делайте это быстро. Ой, правда, центр тяжести. Давайте попробуем еще разок. О, давай. Тогда я сяду спереди и посмотрю. Будто что-то контролируете. Вы должны проявить немного силы. Да-да, в этом ритме. Настолько сильно, как будто ты движешься только вверх. Почему у тебя болит шея? После ду-ду-ду я не расслаблял шею. Ты находишься здесь, пока делаешь это. Думай о том, что ты вращаешь его, будучи прикрепленным к правой стороне. Легкотня. Кто это? Что это? С моей последней тренировки ног прошло много времени. Привет, это Бан Чан. Мы много веселимся благодаря тому, что даже практику воспринимаем как игру. Верно. Студия — это наша игровая площадка. С помощью множества танцоров мы готовим прекрасное выступление. Благодаря танцорам мы имеем возможность сделать наше выступление более грандиозным. Поэтому мы очень им благодарны. Мы еще раз хотим выразить свою благодарность. Мы еще потренируемся и вернемся. Тебе, наверное, больно. Боже, он занимается этим, хотя ему уже 25.
мужчине нужен пресс. Не доставай макне. Тогда почему ты меня трогаешь? К тебе лезть нормально. Мы закончили прорабатывать все сегодня. У нас есть еще завтра и послезавтра. Нам придется работать. Да. Да, мы сможем это сделать. Вот так нормально? Давайте ударим хлопушку. В некоторой степени мы работали над первоначальным вариантом музыки. Я думаю, вы понимаете, для Stray Kids, для нас очень важно думать обо всем самостоятельно и придумывать идеи, чтобы создать все вместе. Когда мы показываем свои выступления или музыку, то очень серьезны. Мы серьезны в этом плане, понимаете, о чем я? Это великолепно, что мы можем донести свое послание с помощью наших выступлений и музыки. Надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, они хорошо передадут это. Я надеюсь, мы сможем показать как следует. Надеюсь, многим людям это понравится. Надеюсь, это произведет впечатление. Думаю, это то, на что я надеюсь больше всего. Они вручную прожигали каждую деталь. Вот почему пепел так осыпается. Я был раздражен, потому что прожег все, когда он спал. Белая тема. Белые танцоры в черном, понимаете? Почему ты так вызывающе одет? Смотрите, кто заговорил. Как ты смеешь? Консервантный аен. Давай защищать друг друга. В Side Effects мы были под контролем. Но в God's Menu мы все перевернули. Избавились от контроля и снова вернули его к себе. Мы выиграли, но проиграв. Понимаете, о чем я? Я уверен, что вы понимаете, ребят. Детали, понимаете? Что насчет меня? Либо танцор их наденет мне, либо он привяжет их к моим рукам и будет держать. И он отпустит их, когда мы повернемся в третий раз. Держи их правильно. Удерживай их в этот момент как можно дольше. Тогда я буду держать так. Да, вот так. Если я сделаю ошибку, это будет конец. Я тренировался напоследок, потому что нервничал. Так лучше, да? Хан сегодня усердно работал. О, спасибо. Ты так усердно работал, все хорошо? Да, все путем. Было немного скользко, я не привык к обуви. Скажи, моя голова раскалывается, и иди вот так. Но вместо этого ты должен будешь снять его красиво и быстро. Я могу снять его, держа это в руках. Затем, пока ты его держишь. Вот так. Я могу просто сделать вот так и держать его. Острый вкус Stray Kids и пряности объединяются и приобретают очень резкий вкус. Понимаете, да? Когда вы едите молотан, есть уровни. Песня примерно 4-го уровня. Не-не-не, она все еще на 3-м уровне. Нам предстоит еще долгий путь. Сейчас мы примерно на 3-м или 2-м уровне.
Я не могу двигаться по собственной воле. Вот почему я поднимаю голову в этот момент. Меня бьют, я встаю вот так. Я веду себя так. Вы должны постоянно показывать это в кадре, так будет лучше. Так, правильно? Вы не должны отпускаться с ними в этот момент. Вы должны идти вперед. Должны поднять их. Сайд-эффект над нами властвовали тени, да? Мы были подчинены, но в год сменю мы стали богами, и теперь мы правим ими, господствуем над тьмой и подобными вещами, которые находятся внутри нас. Чтобы это выразить, мы используем ремни, чтобы передать ощущение контроля. Я не вижу. Но я Чанбин, который танцует и читает рэп, основываясь на ощущениях. Я смогу справиться, даже если я ничего не вижу. Или я должен просто внезапно остановиться и опустить голову. Это танец о том, который показывает, каково это быть под контролем теней. У него глубокое значение, поэтому, когда многие увидят его, думаю, они должны будут призадуматься. Пока кто-нибудь не объяснит, это выступление может быть трудным для понимания. Но вся история кроется в танце, поэтому я верю, будет весело толковать его смысл. Вы великолепны, Stray Kids. Мы только что все отрепетировали. Мы готовимся к интервью. Ты хочешь это сделать со мной? Это не так, но я сделаю. На этот раз давай и правда выглядеть как шикарные мужчины. Я был настолько шикарен, что подвеска порвалась. Да, вы справитесь. Мы сможем. Я чувствую облегчение, будто спало время. Мне кажется, мы хорошо справились, потому что много готовились. Поэтому чувствую сильную-сильную гордость. Думаю, теперь я отосплюсь. Облегчение. Я рад, что это может закончиться. Думаю, мои страхи теперь все исчезли. Поскольку все завершается сразу после того, как вы все сделали, напряжение быстро спадает. Но я думаю, что меня больше волнует будущее. Двигаясь вперед, я хочу усердно работать, чтобы показать Стэй больше веселья, достоинств и различных своих сторон. И мы продолжим стараться изо всех сил, чтобы остаться номером один. Мне стоит съесть чизкейк или яйцо?
копченое яйцо, которое легко чистится. Так как у меня болит челюсть, я не могу открывать рот. Слишком много. После тяжелого выступления на сцене я пришел в себя и взял камеру. Было много частей, где я должен был прыгать с платформы и еще падать назад. Моей задачей было подниматься по лестнице и изо всех сил бегать. Если честно, то я даже во время репетиции немного беспокоился, потому что мне пришлось налетать всем телом на лестницу. Думаю, я превратился в динозавра. Я просто решил, как бы то ни было, и побежал, держа лампу. И лестница показалась не очень удобной, поэтому я смог прыгнуть вниз, выглядя отлично. Ради команды я думал, что никак не могу ошибиться. Я думаю, я чувствовал сильное давление. Мне кажется, мы великолепно выступили и спустились, чувствуя себя вознагражденными. Я надеюсь, Стэй уделят много внимания всем ключевым моментам наших выступлений. Музыка 끝났네요. 그래, 앞에 애들이 좋은 말 했으니까 나는 패스.